Командный чемпионат России проходит в течение года в разных городах России. В Сочи плей-офф, то есть финишная прямая, на которую вступили сильнейшие команды, в том числе теннисисты из первой десятки мира. На арене Айсберга можно увидеть серебряного призера чемпионата мира 2015 Фан Бо из Китая, бронзового медалиста Олимпиады в Рио Юна Мидзутани, Япония, а также бронзового призера чемпионата Европы 2015 года россиянина Александра Шибаева. В соревнованиях женских команд ожидается сверхострая борьба. На золото чемпионата претендуют несколько клубов. Повторить прошлогодний успех планируют теннисистки таганрогской команды. Ну а бой фаворитам готовы дать новички премьер-лиги московская ЦСКА. Бескомпромиссная борьба за медали здесь традиционно, а вот правила на этот раз новые. Решающая партия заканчивается при счете 7. Не 11, а 7. То есть в решающей партии достаточно набрать 7 очков, чтобы выиграть всю встречу. И еще одно нововведение – это волонтеры помогают нам работать с большим количеством мячей, чтобы сэкономить время просто. И встреча проходит более динамично, и заканчивает соревнование, не затягиваясь допоздна. Сегодня завершились полуфиналы, завтра же состоится встреча за третье место.